Уфа нет. Вот включаю. Динг, смотрим. Ну тут 300 бит всего. Не знаю, как он откроется. Быстро. Вот, быстро открылся. Папочка. Хотя, пускай буду я. Смотрим программки. Вот все включается. Посмотрим на просто на, ну, на телеканал первый, например. Дринк включаем. Все вверх, ничего не забито, нигде не забито. Звука нету, потому что у меня включен через этот, через Panasonic. Но сейчас я включу и со звуком. Так, я не помню, как программу перечек выкинуть. Вот так, по-моему. Дринк, посмотрим. Туда нора, вот. Двоих. Смотри, смотрим сюда. А нет, не сюда, вот сюда, наверное. Ну, например, что-нибудь. Давай. Какой-нибудь. Дожди, дом уставая. Просто посмотрим, как он работает через интернет. Все сразу рубается. Все четенько. Сейчас их выключу пока. Потом смикширую, чтобы звук был. Вот, показываю, было что включено. Вот, захожу в меню. Так, вот. Синхронизация LG. Оптика у меня была включена. Сейчас вот динамики того еще включаем. Хлоп. Так, вот здесь у меня сейчас... опять не то нажал. Динамики ТВ. Вниз выхожу. Это у меня триколор. Это я не помню. Опять выхожу. Заходим в интернет. Нажимаю вот. На свой провайдер щелкаю. Вот. Сейчас Уфа нет будет. Все очень быстро летает. Хотя всего 300 бит. Вот сейчас просто хочу включить звук. Звук сабвуфер здесь, по-моему, 40 или 60 ватт. Сабвуфер бьет, по-моему. Сейчас добавлю. Против симптомов, против вирусов. Animax. Проверим временем и простудой. Ведите бизнес со Сбером. Откройте бесплатную Сбербизнес. Ну, через интернет другой звук, а вот если через... Ну, здесь стоит этот, как называется, каунтер. Он долбит вообще. Так, сейчас включим Муз-ТВ. Где там он устроится? Сегодня стало известно о кадровых перестановках в вооруженных силах Украины. Уволен Иван... Муз-ТВ. Приехали на Сахалин. Свита и Чиковани. Смотри через несколько минут. Только на Муз-ТВ. Сахалин. Какие перспективы ждут тех, кто решит переехать жить, работать и учиться в этот регион? Открывайте возможности с сайтом dalnivostok2030.rf. Пикселей битых нету. Ну все, знаете, состояние. Друзья, покупаем. Смотрим. Добро. Даже пленка на ободках я не отрывал. Потому что-то было жалко. Сейчас сфотографирую, покажу. Ну, если купите, сами обдерете. Будет прям вид, как будто новый телевизор. Все, добро, пока.